Дома в квартале Новоснецова – это летопись истории, в которых добро победило зло. Каждый из малышей, находившийся ранее в приютах и детских домах, здесь обрел семью, братьев и сестер, душевное тепло, ласку и заботу. В их просторных апартаментах царит любовь и уважение, а быт ничем не отличается от того, в котором живут другие дети. Разве что душевности и искренности здесь может быть чуточку побольше, потому что каждый из ребят ценит все то, что делают родители-воспитатели. Нельзя сказать, что живя здесь, ты живешь в другом месте. То есть это дом – это твоя семья, здесь есть родители, здесь есть братья, сестры, которых ты считаешь полностью за родных. И ну, я не скажу, что здесь хуже, чем в родных семьях. Рев моторов под аккорды тяжелого рока прервал размеренный быт детского квартала. В гости к ребятам приехали байкеры, закрывавшие свой сезон по-настоящему большой компанией. Такого количества самых разных железных коней ребята точно никогда не видели. Однако, прежде чем прокатиться, знания жильцов квартала в развлекательной форме проверили сотрудники госавтоинспекции, у которых с представителями мотодвижения давняя и крепкая дружба. Это такое благотворительно-профилактическое мероприятие, и благодаря вот таким вот мероприятиям нам удается как-то сблизиться с такими участниками дорожного движения, как мотоциклисты, и в последующем им уже будет стыдно нарушать правила дорожного движения, чтобы не попасть уже в поле зрения по плохой ситуации, когда мы будем привлекать к административной ответственности. Приехали к детям представители мотодвижения не с пустыми руками. В дом номер 4 они приобрели важный подарок – новую стиральную машину, чем особенно порадовали хозяйку, маму Ларису. Они нашли время, приехали, удивили наших детей и нас. Такого они точно не видели и, наверное, если бы не добрые сердца наших мотоциклистов, наши бы дети в жизни бы не испробовали эти суперагрегаты, эти супермашины. Люди, которые, у которых добрые сердца, откликаются и приезжают к нам и говорят: «Здрасте, мы к вашим деткам». Мы всегда рады, наши двери открыты, наш детский квартал процветает, и мы рады всем людям, которые не безразличны к этим детям. Надо ей делать и полезные дела. Вот, мы можем там купить себе новый телефон, новый телевизор и тому подобное, но надо, надо делать хорошие дела. И я думаю, наш подарок им будет как раз полезным. Эта добрая акция – еще одно подтверждение того, что сила в единстве. Когда люди объединяются для помощи другим, сломить их дух очень сложно. Здесь нет деления по внешности, статусу, положению, ведь и под брутальными футболками бьются большие добрые сердца. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».